Красноярском крае, в городе Дудинка, установили фондомат. Это аппарат, который принимает пластиковые бутылки. Устройство установил проектный офис развития Арктики в рамках проекта «Пластик – дело». Наш проект заключается в том, что мы собираем пластиковую тару на территории Таймыра, на территории Мурманской области. Проблема пластиковых отходов очень насущна сейчас и стоит уже очень остро. Поскольку пластик очень легкий, он очень легко переносится на большие территории, мы предлагаем каждому норильчанину, каждому жителю Дудинки внести свой посильный вклад и начать сортировать свои домашние бытовые отходы и пластик приносить вот сюда. Сдать на переработку пластиковую тару можно только с маркировкой PET-1. Это прозрачные бутылки из-под воды, молока, йогуртов и других напитков. Фондомат принимает пластиковые бутылки объемом до 2 литров и обладает функцией встроенного пресса. Это позволяет принять гораздо большее количество вторсырья. Летом, после начала навигации, всю собранную в течение зимы тару отправят в Красноярск, где сырье подготовят к переработке. Для соблюдения санитарно-гигиенических норм организаторы акции убедительно просят мыть и сушить бутылки перед тем, как их сдать. Причем крышки от бутылок собирают отдельно. В каждой школе у нас установлены вот такие вот боксы для сбора крышечек. Очень активно идет сбор. За полгода реализации проекта мы начали в марте 2021 года. Вот до конца учебного года на территории Таймыра и Мурманской области в общей сложности мы собрали 330 килограмм пластиковых крышечек. Фондомат установлен в Таймырском молодежном центре по адресу улица Щерса, дом 13. Он работает ежедневно с 8 до 22 часов. С его помощью местные жители смогут внести свой вклад в охрану окружающей среды и начать практиковать раздельный сбор отходов. Переход к более экологичному нашей жизни, к экологичной, это эволюция, это процесс, растянутый во времени. Необходимо вовлекать молодое поколение, это от детей. И вот такие вещи, он проект вроде бы не очень большой и не сильно заметный, но необходимо понимать, что это точка трансформации. То есть дети будут вовлекать своих родителей, потом они вырастут, начнут принимать экологические решения. И именно вот такие вещи, подобные проекты, они важны тем, что они влияют на сознание. То есть пройдет какое-то время, и уже на новом этапе, на новом уровне мы увидим, скажем так, экологический статус наших городов, территорий. Помимо сбора пластика, активисты и волонтеры проекта «Пластик в дело» проводят в заполярных городах экопросветительские уроки и квизы, а также убирают от мусора места отдыха горожан. Узнать информацию об акциях и присоединиться к проекту можно на сайте plasticvdelo.ru и на странице ВКонтакте.